Софа, ты кушать будешь? Ты со вчерашнего дня ничего не ела. Корм уже не свежий, запах весь выветрился. Ну и ладно, не хочешь — не ешь, сиди голодная. Я это есть не буду. Что тут у вас происходит? Софа ест и отказывается, опять похудеет. Хорошо, не хочет есть? Сейчас в ветклинику поедем. Будем через трубочку кормить. Нет, только не ветклиника. А ну иди сюда. Попалась! Стой, это ко мне. Четыре лапы свежий корм привезли. Наконец-то покушаю. Как здорово, что сейчас при заказе у нас еще и баб для хранения корма дарят. А то вы пакет закрывать не умеете.